Всем привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня мы вместе с вами приготовим запеченное сало в духовке. Сало по этому рецепту получается очень красивым, изумительно вкусным. Когда вы его кушаете, оно просто тает во рту. Ну что ж, давайте же посмотрим, из каких ингредиентов мы приготовим это чудесное сало. Для того, чтобы приготовить запеченное сало в духовке, мне понадобится кусочек сала весом 600 грамм, 2 листика лаврового листа, 20 грамм соли, 50 грамм чеснока, 20 грамм обычной острой горчицы, 1 чайная ложка молотой паприки, 1 чайная ложка молотого кориандра, 1 чайная ложка молотого черного перца, пол чайной ложки острого красного перца. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Сало для этого рецепта должно быть цельным кусочком. У меня более такое мясное сало, видите, сколько мяска у меня здесь. Но сольное сало также очень хорошо подойдет для этого рецепта. Шкурку я сала не снимала, я ее оставила, она получится очень мягенькая, будет очень хорошо жеваться. Кусочек сала я хорошенько промыла, вытерла от лишней влаги, видите, такой чистенький, сухой кусочек сала. Я взяла чесночок, у меня здесь 20 грамм, это где-то одна головка чеснока. Где большие сильно были зубчики, я их разрезала пополам. Теперь чесночком нашпигую весь кусочек сала. Сало нашпиговала чесночком, хорошенько натирая его солью. Сало натерла солью, пока его отставляю. Возьму тарелочку, в тарелочку высыплю все приправы и сюда же мелко измельчу лавровый листик. Смесь приправ подготовила. Хорошенько натру приправами сало. И последний штрих. Натираю сало обычной острой горчицей. Сало замариновала, шкуркой вверх помещаю его в рукав для запекания. Отправляю сало как минимум на 2 часа, а лучше всего на ночь в холодильник, чтобы оно хорошенько промариновалось. Сало хорошенько промариновалось. Будем его выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов приблизительно 40 минут. Запеченное сало в духовке готово. Оно получилось очень красивое, ароматное, румяное. Посмотрите, как оно хорошенько вот запеклось. А сверху получилась мягенькая, примягенькая шкурочка. Видите, какая она мягкая. Сало можно кушать как в горячем виде, так и в холодном. Я сейчас вам отрежу кусочек и покажу, какое оно получилось в разрезе. Вот такой получился очень вкусный и аппетитный нежный кусочек. Смотрите, какой он получился красивый. Все пропеклось и готово, и очень вкусно. А я надеюсь, вам понравится этот рецепт, и вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!